кого она написана была, эта Конституция, скажите, когда мы, простые люди, не можем ничего добиться нигде. Конституция – это только для слова, для бумаги Конституция, а для людей этой Конституции нет, понимаете? Я инвалид первой группы, 28 тысяч пенсия. Как жить? Лекарства надо купить, покушать надо. Как жить на это? Мы не имеем права сказать слова ни одного, никакого. Уже на музее было такое побоище. Кто ответил за это побоище, за эту кровь, безвинно пролитую кровь? Кто ответил? Нет. Вот мы, 18-миллионный народ свободный, он Назарбаев превратил в рабов голодных. Чтобы мы роптать не смели, умирали и болели от нужды и нищеты. Чтобы бесплатные больницы не брали нас лечиться. Ни тебя, говорит, и ни меня. Так где же оппозиция? Где же коммунисты? Ведь не смотрите вы на наши муки, а берите власть в свои руки. Делайте так, чтобы жилось людям хорошо, чтобы действительно законы Конституции работали. Вот тогда будет жить всем хорошо. Уж сделал бы он диктатор, этот Назарбаев, диктатор тоже, газовые камеры. Вот. И сделал бы, чтобы нас сжигали и уничтожали, чтобы мы не мучились. Мы мучаемся, понимаете?